два акта о приеме крови. Один акт здесь, на стройке, что вы ее принимаете в генподрядчик. Замечание. Второй акт, вы подписываете его стройку, там идет акт приема квартиры, ну, справка о приеме ресурсов и так далее. Это два акта. Здесь важен первый акт. Осмотрели, записали, если у вас есть какие-то претензии, мы выделяем. Мы с обновым пакетом и всю реакцию выдаем в точку для того, чтобы подрядчик. Рынок, можно с комментариями, если есть какие-то... Да, конечно. Акт приемной квартиры, который вы подписываете в электронном, это будет типичным документом для оформления права собственности в дальнейшем. Ну и другие документы, которые вы будете подписывать. Договор будет заключаться на основании первичного договора, будет заключаться вообще в принципе договор с управляющей компанией. Скажите, он будет первый основной, или это будет сразу будет Счетчиком. В момент подписания номера вам должны предоставить счетчик. Отдельно по счетчикам, для того, чтобы не было пораспрашивать, когда я не видел видео, чтобы счетчиком наличие штаб будет делать. Хорошо, а при приеме возможно забрать счетчик? Где-то на сильные плаки, да? Мы не знаем, кому.
пакет документов, чтобы передать их и в водоканал, и в водоканал для заключения. Это наша первоочередная задача, чтобы мы не будем брать на себя ни отопления, ни ничего. Поэтому будем пока нету воды. Запорную не все, да? Просто...
условиях, которые нас... расширить этот вопрос по поводу принятия всех этих систем, о которых вы говорили. Человек может заболеть или что? Еще один соседник. По поводу инвентаря площадок, ложка.
программа, и меня украдут счетчик, то вы заплатите за этот счетчик. Правильно понимаю? Да. Нормально. Вопрос по отоплению был? По отоплению. Проверка? Вообще, проверка системы отопления была, прессовка и не было, да? И в случае, если не будет 50% заселено, то отопление зимой будет, не будет в октябре. Оно появится. Условия подключения к отоплению. Получается, если 100 квартир будет заселено, то эти 100 квартир будет вся как бы, общая площадь раскидана. Сначала отнимается, если в доме есть горячая вода, отнимается количество авиакалорий, которое пошло на подогрев горячей воды. По методике одна авиакалория подогревает 18 кубов. То есть делается съемка показаний счетчиков горячей воды, это все умножается, делится и отнимается вся, все показания разницы квартирных счетчиков, которые стоят. Вот это тоже отнимается. Вся разница, которая идет как потери, как МЗК. Даже если у вас нету ни одной батареи, у вас 20 калорий идет потерь, в любом случае разделят на все квартиры. Киевэнерго считает только там. Другая компания тоже там. Но быть готовым в первом два года там. Другой методики на сегодняшний день. Конечно нет. Только это. Если вы хотите разобраться во всех этих перипетиях, есть методика разработки, она в открытом доступе на сайте Верховной Рады. И там есть около 2-4. Это ваш вариант. Кому жаловаться?
Свой кодекс старый, хорошо, отлично. Я не хочу его читать. Скажите конкретно, когда ваша ответственность заканчивается. Мы здесь уже час стоим, слушаем про закон, которому много лет. Вы слушаете? Да, я слушаю, мне не надоело слушать закон, которому много лет, который был... Так вы прочитайте сначала. Я не хочу читать. Вы пришли сюда, отвечайте на наши вопросы, отвечайте на них, пожалуйста. Мы для того здесь и собрались, чтобы... Ну потому что там регламентировано по видам работ, сколько гарантий. Если на трубные работает год, то на кровлю это 5 лет. Половину придомовой не доделали. Половину не доделали того, что обещали лично нам, находясь здесь. Когда вы перестаете за это отвечать, и когда кто-то начинает другое отвечать. Да, реальная ситуация. Вы не доделали придомовую. Тоже передом управляющая компания. Компания говорит, мы не отвечаем. У вас есть какой-то как мы подпишем ЖЭКом, потому что да, не все, все, и это мы сами дадим. Можно Ну, какой-то минимальный. Ты через мысль. Но все равно какой-то минимальный перечень. Мы это мониторить как-то можем? Ну, конечно, можете изменить все будет. Вы не выполнили ни одного обещания, которое было записано в журнал месяц назад. 20 числа должен быть убран дом, забор и как минимум. Завтра будет дождь. Это дело, что это задокументировано в журнале два раза и Шучук лично обещал. То есть мы можем завтра приехать и посмотреть. Вопрос. Вопрос к вам. Один вопрос еще. Все-таки конечно, завтра, когда мы Чтобы не все вместе кричали, а кто-то один ответили, потом второй. Да, давайте. Давай. На прошлой встрече вы говорили, будет запорная арматура в каждой квартире, правильно? На двух, то есть в кухне и в ванной. Ну, к вам я обращался. Да. Вы говорили? Вы говорили, что не будет поставлен какой-то там крутой кран, но запорная арматура. Теперь прозвучало то, что унитаз, запорная арматура, тогда включаем руку. То есть мы ставим запорную арматуру и унитаз, потом засунем. Не, ну говорите, что я отвечаю. Или будет запорная арматура. Два крана обычных. Два крана. Открыл, закрыл. На холодную, на горячую, холодную, на горячую. Четыре крана. Обычный характер можно закрыть, когда вы подадите руку, не пойдет. Это мы сделаем в течение следующей этой недели, когда будет принято. Хорошо. День прожесок. Не, в квартире. А что вы в квартире? Те две трубки, которые торчат в ванне и... Ну просто там... Да, просто их же нет. В течение следующей недели вместе с доделками. У меня вопрос. Куда он ушел? Вот они говорят, что надо поставить не газ на то, откуда стремление, а потом только нам пустят воду. Тогда можно еще чеки поставить. Или... Ну, это было, ну, представьте, на 22 у нас знакомый.
насилие будет. Ну это не нормально. Насилие. У нас нет, у нас парень насилие. 22-й этап. Они делали это уже год происходит, поэтому как бы сложно понять, когда это курица. Если уже вас, понимаете, в чем дело? Если ему сейчас придется платить за все ремонты, это он вскурит. Ну, не знаю, как-то не устраивает. Там деньги уже очень. Прошел ровно месяц с предыдущей встречи, по факту ничего с прошлой встречи не сделано. Ничего из того, что обещано. Ну, такая в течение нескольких дней, пока мы будем обсуждать пункты договора, где-то кто-то из инвесторов внесете в систему и потом что вы как-то все нет. То есть по результатам обсуждения какой-то инициативной группы только так. На момент пятницы я писал вашу мистеру, да, дайте мне договор, потому что мне сказали, у нас даже договор не подписан. Вас, наверное, почему так произошло? У нас все работает. Если вы знаете, что тарифы с 1 числа сильно поднимаются.
Я на 99% уверена, что по этому году вы уже будете взаимоотношения Но теплопункт стоит, значит, горячая вода. Пока не будет полностью у нас пакета документов для того, чтобы заключить договор с водоканалом, вот это вот спорный момент. Подождите, а что нужно для того, чтобы у вас был весь пакет документов? Либо ФКС требовать у них эти документы. То есть что нужно вам для того, чтобы у вас был полный пакет документов? Для заключения договора полный пакет. Почему? Мы смотрим немного в будущее, а не только в будущее. Через сколько приходить заключать? Через неделю. Через неделю. Подбираемся через неделю. Слова. Что мы будем платить ровно так. То есть, если будем приходить к нему, он будет доплачивать. Значит, уточните, мы специально уточняли. Мы были на встрече и знали, что мы знаем. Мы все знаем. То есть, не надо говорить о том, что мы не знаем. Куда это тариф для них? Он слышит, так, 2 рубля в копейки. Подождите, если кладовка в частной собственности, то это не получилось.
спросила все. Закиньте туда 220. С моего счетчика. Да, я заплачу. Без проблем. Второй вопрос. Смотрите, у меня предложение такое. Вот раз мы упираемся в год, мы уже не упираемся в электрику. У нас есть неделя на согласование. Давайте мы сформируем списки. По нем начнем уже подключать электросчетчик. Это как минимум сократит неделю работы. Я думаю, что тут 30-40 квартир уже найдется. Завтрашнего дня мы готовы давать вам списки. Просто это уже время, это минимум неделя там на 40 квартир. Есть представитель подрядчика? Пусть расскажет, как это будет. Ну это без выдачи ключей. Без выдачи, пожалуйста, но это что же время нового работы? Арматура это шкафа, неделя чучки, неделя Сейчас будет третья версия. Завтрашнего дня списки. Ну так попустите, давай сосредоточимся. Вот у вас спросили, как приехали. А чего они приехали? Ну они же знали, что они пришли. У вас уже так уже говорили. Заплатил бы деньги, тогда вы по-другому писали. Через неделю, когда мы подпишем все договора, например, у нас охрана та же, количество людей те же, ничего не поменяется, что это будет в среду, или через неделю, или через 10 лет. Может быть, через 3 месяца, когда тут будет с ружьем стоять человек, что-то поменяется, но пока ничего не поменяется. Ответственность сторон будет как на вас, так и на нас одинаково. Поэтому мы готовы со среды. Подождите, мы в собственность еще не принимаем. Вы заплатили за него уже. То, что мы заплатили, не значит, что мы приняли в собственность. Вы нам, к сожалению, не даете получить только нашу собственность. Уже вот целый год. Готовьте списки. Какие квартиры есть? Поэтому мы можем сегодня ставим счетчик электрический. Мы расписываем. Вы его получили. И он вот. Он все официально семья. И немало. Ладно, ну подождите, мы его сами можем ремонтировать, а потом сказать, что ключи у вашей охраны. А через 10 лет еще будет, когда я подпишу акт? Не будет, это ваша, вы должны за охраной. Я же про это сделаю. А что вы за охраной? Ну потому что он ваш. Понимаете? Так охрана территории должна быть дома. Охрана ваша. Нормы такие.
А почему не качественные шкафчики, в которых они стоят? Нельзя поломать. В первую очередь мы сами забирали 3 месяца, люди паниковали. Чего там в жертву делать? Да люди сохраняют свои счетчики, а потом водоканал не может добраться до них. Заберется, кто хочет, тот забирает. И так далее. Кто-то приходит к огромному количеству, потом непонятно, и скандал. Сейчас пока скандал. Хорошо, давайте сегодня. Какой-то гадила нассал там, понимаете, это не человек. А просто потому, что не закрыты двери. А почему не закрыты? Потому что даже собачка не защелкается в дверях. Я написал, исправили, фиг там, извините за выражение. Закрыли на замок и все, понимаете? Нет, так дверь не захлопывается, это исправили. Понимаете? Вы откройте журнал и посмотрите записи, и все. Рассказывайте, исправляю. Подождите, вы же еще не услышали. Можно договориться о том, что остекление балконов происходит там, допустим, 4-5 там договоримся секций, да? При этом перемычки нету и все белые.
Потому что один захочет коричневый, другой желтый, третий зеленый, четвертый еще какой-то. Один 5 секций, второй 2, третий 3 и так далее. По конструкции это устанавливает предприятие, где заказываешь. И по размеру, и будет и перемычка. Потому что я устанавливала балкон. Смотрите, вот эта высота позволяет поставить одно окно без перемычки, там где-то вот типа форточки, да? Позволяет. Поэтому есть дома, где люди договариваются и ставят все с перемычками серого цвета. Есть только белые и все там 4 секции. Когда к вам придет специалист, он спросит, вам сколько поставить? Вы скажете 4, он сделает 4, не скажете правда, 5, поставит 5. Неправда, Рихау только по проекту делает, и мы ничего не делаем. А можно еще вопрос? Посмотрите на балкон, они вот одни да, стоят. Да, они широкие, другие узкие, это не получится. Смотрите, у нас есть возможность такая обратиться, я знаю, что есть такая практика, да, обратиться к ней, чтобы они нарисовали рекомендации, потом обсудить это на форуме и уже по рекомендациям выбрать. Самый год будем ждать, пока они рекомендации. Я не знаю, выполняют они это за 2-3 дня. Ага. По кондиционерам. Не, ну если вы скажете, что каждый будет делать так, как конечно, мы убираем это из договора. Конечно. Но у меня есть просто опыт общения с работой с домом, который 415. Они хотят одинаково. Но это не сейчас хотят, они начали. Хотя это у них выход на Крещатик, это нет, да. Нет, не на Крещатик. Да, там требования. Тоже касается кондиционеров. Если кто хочет там и ставит, или придерживаемся какого-то. Придерживаемся. Нет возможности. Давайте хотя бы, чтобы стояки какие-то были. Ну, чтобы кондиционеры рядами стояли. Это да. Давайте придерживаемся. Давайте это обсудим на форуме просто. В нашем. Тоже делаешь план по зелени одного типового этажа и показывается не ставится. Так что белые окна должны быть одного. А?